Всем привет! Вам на канале Макс. Сегодня у нас будет Макко. И мы можем делать. Ну. Под ферму тут что? Я не понимаю, какой-то перец там. Не понимаю. Да, это что они такие? Ну ладно, в прошлой серии мы добрались до сюда. И мы решили сюда чесать. Там, где меньше. Надо как-то калории прокачивать, что ли. Вот их слишком мало. Смотрите, как зарабатывает. Смотрите, как зарабатывает. 100 000 калорий. Я уверен, что вы все-таки не подписались. Сме родина Буц, дома сме в XXX. Ну, как-то или непонятно что, конечно. Непонятно, из чего эти коктейли сделаны. Ну, да ладно. Ну, как вы видите, оно, честно, рало заполнено. Давай посмотрим, сколько часов на это уйдет. Не, уже давай туда идем. Достала эта монетка. Мы еще полностью заполним уже. Слушай, вот там на беговой дорожке пробежать. А то там мне больше нравится и меньше надо хасать. Ну, сейчас будет орать заполнено. Можем отсюда чесать. Не орёт, заполнено. Ну, сейчас будет орать по-любому. Ну, видите, орал заполнили. Давай чешем, чешем, чешем. И... короче, тут пробежимся, а то у меня уже 5000 энергии. Ну, мы 9 накопим. Да, уже накопили 9. Надеюсь, там 60, надо. Видите, какую вот прокачку? Чтобы почему ты сюда приперся? Я книгу сильно прокачал, но 86 000. Я думаю, 25-30, может, точнее 40. О,
ладно, всего 2500. Но мы там можем прокачать до 1000. Мы можем много чего прокачать. И клубника не будет уже 420. Обновлю. Ну, 1000, целая, не 1000. Как-то. Это повышаем. А будет курочек. И вот это давай курочек. Заубежал. Теперь они будут. Теперь это машина для убийства. Ну, и нормально хоть бегаю. Не как идиоты пьяные. Не, ну давай. Вот у меня 5000 калорий и 30000. Ну, что тут у нас? Рожечка капит, помню. А видите, на 1000 он не был такой встроенный. Че? Ну, ладно, 11000. Хватит нам хоть на что-то. Уже так можно. Всего 6, давай. Там 20000. Зачем я туда вообще пойду? 14 12. Ладно, уже сюда. В самом дешевом, видите, что потом будет там дешевле, потом там. Давай сейчас ферму обчистим. Так, 1400. Ладно, давай тем самым магическим способом. Вот как мы сделаем, магическим способом получилось накопить. Так, запись, как вы видите, столько идет. 7 минут, немного. И сейчас мы можем улучшиться так жирно. Все, теперь нам точно уже хватит. Валим, валим, валим на гелике. Гелин, 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 вагинела. Орёт заполнено. 12000. Ладно, давай. Получается 12000. Мне хватит, мне хватит. Давай перерабатываем жаропасики. Видите, уже хоть видно эту полосочку. Блин, монетка пошла. Ну, хоть что-то. Понял. Это типа нового? Понятно. Так, 20000 или 14000. Иду дешевле. 9000. Ладно. Магическим способом. А не, мы, кстати, фермы забыли обчистить. И печенки забыли. И про деревья забыли. Ну, потом узнаем, что выгоднее. Так, мы фермы полностью не обчистили. О, это был
900 уже. Ну, плохо. Окей, давай. Я проверю, насколько стенка эффективная. Еще желейки. Где? Где желейки? Ну, достал этот горыщ. Который, вот это последний горыщ, который постоянно то туда, то обратно и мешает. Я чуть нагрушу все. Давай на стенку, а то я так далеко ни разу не забирался. Но видите, там остров. И вот интересно, что там. Ну, называется эта игра «Остров качков». Мы проверим, че эффективно или нет. Медведь 500 есть. И смотрим, сколько спать. Пипец. Тысяча. Больше тысячи и 9000. Девяносто, но нам хватит на новый блок. 60 у нас блоков. Ну, тут выгодно. Ладно. Давай будем уже бутылочки пить. Протеиновые, скажите. Что они тут 61 из 70? И, скорее всего, там будет еще один мост. Ну, а то так выгоднее передвигать. Получается, еще два мостика. Мы очень рядом с этим островом хочется. Ну. Я вот предлагаю поскорее туда бежать. Ну, давай как-то уже до 4000 заполнится. Можно уже бежать. Все, бежать можно. Да видите, все равно 4-2 заполнено орёт. 12000. Получается 12000 ровно. Ровно 12000. Сколько там? Хватит. Ой, как-то на стенке быстрее, если честно. Ну, видите, как я быстренько нажимаю. У меня уже 72000 монет. Ладно, давай чуть-чуть попозже, но прокачаем ферму. Последний раз. Первый раз все-таки скрабкиваемся. Понятно. Ну, ферма с клубникой вообще бешеная. Не хватит. Блин, мне надо какой-то дерево попытаться. Что ли? О! Да хватит. Хватает с головой это. 560 лет и новую клеточку. Это ферма. И что тут растет? Что тут растет? Что тут растет? А, птица. Мы можем ориентироваться. Мы в регионе Тарии.
Марион, это плохо, хотя бы, скорее всего, прибыльная еда. Конечно, долго делать, но это все прибыльная. Ну, это уже дешевле, чем Марион. Вот тут сразу. Так сразу можно было сказать про пиццу. Сейчас 4000 накопим. Два раза. И все. Хватит нам. Жарот заполнил. Ну блин, позвонили уже рано. Ну ладно, все-таки выживем. Уже сколько там ждать? Надеюсь, хоть пиццу не отберут. Если отберут несколько клеточек, то это будет плохо. Во уже беговой дорожку. А то она как-то быстрее. Можно на ней долго бегать. А там надо без этого бегать. 10 тысяч, 18 тысяч. Не хватает 8 тысяч. Ладно, давай сейчас это все скосим нашей любимой косой. И давай. Сейчас, ну реально, 2500 дает. Целых 109. Неплохо. Звук ходит. Да, вы меня слышите. Ну. Будем все косить. Все скосили. Ну. Теперь что, давай. Чтобы подросла пицца. Гамбургеры, по-моему, чуть-чуть вкуснее. Хотя, если вот такая, как тут на картинке, то она вкуснее для меня. Ну все, орёт заполнено. Ну, у меня бывают такие казусы, что я думаю, что, о, ну, куплю тубай. Ну, бывают такие казусы, что, ну как там, я забываю, что запись стоит на паузе, а я говорю, полтаю. А я не понял, целых вторых клеточки. Уже нам некуда расширяться. Решили меня обмануть, собаки. Обмануть меня решили. Ну вот это не получится. Решили меня обмануть. Сейчас 1000 будет, потом ну, легко перерабатываем. 4-3. Может, с фермой хоть что-то соберу. Вот фермач. Блин. Ну ладно, допустим. Все равно нам эта энергия нужна. Эти 20 тысяч никому не отдам. Ну, конечно, за блок можно, но уже почти на новый блок накопили. Вот, все, хватает. Опля, тут дорожка дальше продолжается. 14 тысяч.
Помните, как там всего 15-20 надо было платить в самом начале? А теперь плати тысячами. Ладно, давай соберу, так сказать. Вот регион. Регион один. Свинки, кормульки. Примерно уже штуку фармить. Ладно, сколько там калорий? 25 тысяч. Ну, надо ферму улучшать уже лучше, чтобы было больше энергии. А, понятно, чтобы надо улучшать место. 1520. Вам уже хватит или 1600? Ладно уже. Клубнику не улучшаю. Ну, давай еще половинку там. 6, 8, 7. И вот. И теперь они готовы. Будут поскорее. Ну, одну ферму у нас по 1000 лучше. И видите, он просто как пуля носится. В принципе, 8 тысяч еще может как-то. Ну, в следующей серии будем продвигаться до острова Качку. Получим. Где я могу?